1959 году Анатолий Березовой после окончания средней школы пошел работать токарем на завод «Нефтемаш» в городе Новочеркасске Ростовской области. Через 2 года, в 1961-м, поступил в Качинское высшее военное училище летчиков имени Мясникова, которое окончил в 1965 году. Служил летчиком-инструктором в родном училище. 27 апреля 1970 года приказом главкома ВВС Анатолий Березовой зачислен в отряд ЦПК ВВС на должность слушателя-космонавта. С 1972 по 1977 учился на заочном отделении Военно-воздушной академии имени Гагарина. В космос Березовой полетел 13 мая 1982 года командиром корабля «Союз Т-5» и первой основной экспедиции на орбитальную станцию «Салют-7» вместе с Валентином Лебедевым. В течение 211 суток экипаж выполнял насыщенную научную программу. Было поставлено около 300 медико-биологических и геоастрофизических экспериментов. 30 июля Березовой и Лебедев выходили в открытый космос. За 2,5 часа пребывания в безвоздушном пространстве космонавтам удалось заменить на внешней поверхности станции часть отработанной аппаратуры. В космическое пространство были выведены искусственные спутники «Искра-2» и «Искра-3». На борту станции Березовой работал с Владимиром Джанибековым, Александром Иванченковым и Жан-Люк Кретьеном в совместном советско-французском экипаже. Основная экспедиция принимала на станции еще одну миссию посещения – Леонида Попова, Александра Сереброва и Светлану Савицкую. Анатолий Березовой вернулся на Землю 10 декабря 1982 года. Герой Советского Союза Анатолий Березовой, кавалер ордена «За службу Родине в Вооруженных силах СССР 3-й степени», офицер французского ордена «Почетного легиона», награжден афганским орденом «Солнце свободы» и индийским «Кирти-чакра».